В селе Березовка Западно-Казахстанской области установили новую станцию экологического мониторинга. Круглосуточно она фиксирует все выбросы в атмосферу на высоте от 1,5 до 3,5 метров. В тестовом режиме станция работает уже 5 дней. За это время превышений вредных выбросов замечено не было. Мониторинговая станция оснащена собственным генератором, чтобы показания высылались на сервер постоянно, даже в случае сбоев в электроснабжении. Ее установка была вызвана необходимостью контроля над выбросами карачаганакского месторождения. Оно расположено в нескольких километрах от села Березовка. Я напомню, в конце ноября и в начале декабря около 50 человек, большинство из которых школьники, попали в районную больницу с признаками отравления токсическим веществом. Выяснилось, что причиной недомогания сельчан стали выбросы сероводорода в воздух. Все дети сейчас проходят реабилитацию в одном из местных санаториев. Преимущество нашей станции будет в том, что по 6 газоанализаторам будет идти 10 определений. То есть это и метан, и углеводороды, и плюс ко всему сероводород, диоксид серы, диоксид азота, в общем, по всем 10 ингредиентам. Те пробы, которые мы отобрали, сейчас анализ обрабатывается, расследуется в городе Астане и в Алмате. Предварительные анализы будут известны только 15 числа. 20 числа по поручению премьер-министра, вице-премьера, будет окончательно принято решение о ситуации, которая происходила в Березовке.